Я ей с палубы! Санюшка! Она мне спится! Митюнюшка! Мэха! Мэха! Мы долго я леха друг друга. Любимые и даже родные гуркинские персонажи. И их незабываемые реплики. Но звучат они здесь по-другому. В Иркутском драматическом спектакль посвящают 70-летию драматурга. При каждой постановке этой пьесы сравнение с легендарным фильмом, конечно, неизбежно. Режиссер Станислав Мальцев уверен, само произведение шире и многообразнее великого кино. Но соперничать с лентой и не нужно. Спектакль о хлопковцев – это продолжение жизни светлой, мудрой пьесы. Когда мы выйдем все-таки из пандемии, она будет необходима нашим зрителям, потому что она зовет к добру, к сердечности, к единению. И Гуркин угадал какой-то код, именно Гуркин угадал код нашей ментальности, какой-то поймал вот то самое главное, что есть в нас. В этой версии «Любовь и голуби» трудно назвать комедией. Это душевная, трогательная и даже щемящая история о семье, простых людях, их ошибках, горестях, радостях и, конечно, любви, которая все побеждает. Семью Кузякиных, словно ангел-хранитель, оберегает тот самый юродивый Володя, о котором Василий рассказывает младшей дочери. Васю и Надюху играет семейная пара артистов – Степан Дагадин и Марина Елина. Сюда деньги положишь? На, и на булавку застегнешь. Держи. Расстегнется. Чё, уколешься, чё, давай. Оба артиста в этом году отмечают творческий юбилей. Он 30 лет на сцене драмтеатра, она 25. С Владимиром Гуркиным супругам удалось познакомиться лично, незадолго до смерти драматурга. Тогда они еще не знали, что будут играть в его пьесе. Мы идем от себя, и поэтому, конечно, это наши отношения, наши чувства, наши какие-то эмоции определенные. Тем более мы много дома репетируем. Зарисовки домашние. У каждого человека это состояние приходит, особенно когда люди живут долго вместе. Наступает момент, когда они перестают друг друга видеть уже, как видели в молодости. А фильм любимый действительно с детства? Он пересмотрен, наверное, несколько десятков тысяч раз. Я его очень люблю. И немножко было страшновато браться за такую работу. Да, и до сих пор страшно. Браться было страшно, а теперь показывать страшно, еще скажу честно. Премьера спектакля намечена на 12 сентября. Иркутский драмтеатр начнет 172 сезон с «Любви и голубей». Марина Беклемишева, Иван Прокудин, АИСТ ТВ.